Я вас всех приветствую. Фу, вспотел, конечно, уже конкретно. В общем, не стал сначала вступление делать. Думаю, пока найду рябчика, потом уже с вами поздороваюсь. Короче, поднимаюсь в гору. Уже почти поднялся и услышал хлопанье крыльев в ручье здесь. Рябчика. Сейчас мы его попробуем добыть. Ружье у меня пока разряжено, так и шел. Где-то с полкилометра уже иду. Больше уже даже. С километра даже. Как всегда, самозаряды. Но такое ощущение, как будто всего один. Будем надеяться, что их больше. Ладно, вперед. Погнали. Их несколько, но они возможно, могут разлететься. Не получается тихо подойти, блин, все скрипит. Двоих точно видел. Тут штуки три точно. Блин, лес очень густой. Не получается вам показать. Но будем пробовать. Свистеть еще начал. Блин, отлетают и отлетают. Никак подойти не могу. Сейчас этого-то подберем. Не знаю, наверное, на камеру-то не было видно. Я сам еле видел, как он упал. Надо прислушиваться, в какую сторону улетают, потому что не найти потом будет. Свистит еще. Они были в самом ручье. На кустах сидели. Ух ты, вот. Блин, прям над головой пролетел. Да что такое? И даже я не слышал, не заметил. Очень густо, и он молча сидит.
Вот такая вот фигня будет. Так что маскалад ни в коем случае не надо одевать. Вы просто их всех пройдете. Вот еще один улетел. Блин, их тут больше 5 штук. А мой где? Он свистит, вон лежит. Мой-то вот лежит. Блин, опять самка, но далеко очень стрелял. Не видно было. Ладно. Бывает такое. Их в этом году много. Так что бывает такое, что и самку подстрелишь. Ну не видно, непонятно реально. Это, конечно, не отговорка, но бывает такое. Охотники меня поймут. Так, ладно. Будем дальше идти пробовать искать. Вот одного пока успел взять. Я говорю, в кучу рябов заходишь. Первый выстрел хорошо. Потом все. Они начинают прятаться. Блин! Прямо над головой сидел. Да что такое? И не видно. Еще так темно в лесу сегодня. На лиственнице, кажется, сидел. Сейчас на рябчик это очень трудовая охота. Он не подлетает вообще ни в какую. Упор сидит.
хрен подойдешь. Невозможно подходить вообще. Все, всех разогнал. Один туда улетел, другой туда. Все вот так улетают куда-то на землю. Короче, все елки везде, все березы, везде все обыскал. Выхожу на такой угор, тут болотце небольшое, сосенки есть. Такой ворох грибов полетел, и все из-под ног. И ничего не мог сделать. Просто ищем дальше, вот где-то здесь должны сейчас сидеть. Всех разогнал. Вон, куница гоняет их тут. Туда-сюда, вон следов куча. Вот такая болотинка. Блин, что там? Куница кого-то сожрала. Следов-то... Куничьи следы, одни везде, вокруг. Что за хрень? О! Все в следах куничьих. Кого-то жрет. Сюда нора. А, кого-то закопало. Что-то на зайца похоже. Я куда-то свинтила. А куда свинтила, хрен его знает. Свежие, очень свежие следы. Ездила тут вон всякого разно. Рябки все разлетелись. Вот хитрожопые, а. Капец. Опять их нашел куча. Блин, вообще рябов сегодня не получается. Бегу уже за ними метров 300. Не садятся на деревья. По земле бегут потом. Опять бегут. И не получается на выстрел подойти. Что за хрень-то такая? Уже даже ряба не получается взять. Вообще чудо из чудес какое-то нафиг. Одного все еще взял. Никак не могу второго. Уже подкрадывался на 3 раза. Без толку, не могу подойти, и все. Все, бросаю их нахер. Их тут штук 10, точно, блин. Надоели. О! Вот сейчас вот этот последний улетел. И в самый ельник прутся, даже берез уже не осталось. Фу ты. Не, поворачиваю я лучше в домашнюю сторону. Вот уж не везет, так не везет. Ряба уже не получается взять. Это все из-за этого снега. Я уже 100 раз, наверное, повторял. Когда дерьмовый снег навалил и замерз. Все, не подойти. Ни о каком зайце, ни о каком глухаре речи быть не может вообще. Даже рябчика не получается взять. Во! Вон сколько их тут шло сейчас. Свежак. Ну ладно, этих гавриков я оставлю на зиму. Зимой-то кого-то надо будет стрелять. Теперь я знаю, где они есть. До этого я думал, их нету, а они, оказывается, все позаныкались в ельник, где поменьше снега, и бродят тут себе. Ищут ягоды, наверное, хотя их нет. Не знаю, что они тут забыли. На березы не вылетают вообще. По земле чисто, только по земле хватит. Не, пошел в сторону дома. Тут вообще невозможно. Это очень и так темно сегодня на улице, так еще и в ельник куда-то зашел, блин. Ну теперь я знаю зато, где они есть. Ха, на лыжах я потом. I'll be back. Я в этом-то году охреневаю сам над собой. Не получается крупную дичь взять вообще. Я уже так с
с конца сентября брожу так. Да, с конца сентября, с числа 26 или 7. Весь октябрь и уже сейчас начало ноября. Вы представляете? И так ни разу. Я даже как-то тетерку стрелял. У косача самку. И та тоже не выпала. Вообще не везет в этом году на крупных боровудищ. Полный ноль. Вот одного зайца только добыл, все. И то чисто случайно. Пошел-то вообще за глухарем. За подранком. Вот так вот бывает. А бывало, с одного места два глухаря сразу брал. Прям на одном месте. Бах, бах. Все, оба готовы. Вот так вот. Без собаки. В этом году вообще полное невезение. Уже, наверное, пойду чисто на лыжах в декабре. Но в декабре очень сильно снег рыхлый, и он не будет лыжи держать. Тоже проблема. Если только конкретное местоположение глухаря знать. И тогда брести. И уже пробовать брать его с карабина. А так не получается. Вот хоть ты что делай. Даже не на камеру. Просто хотя бы для себя добыть. Не получается, и все. Так что бывает и такое. Хотя у меня такого никогда в жизни не было. Я даже с двадцатки, с дедушкиной, и то брал глухаря осенью. Вот такая вот хрень. Иду в сторону дома. Ну-ка, сейчас как бы вот, чтобы не провалиться. Иду в сторону дома, но иду до самого дома почти все через лес. Так что, может быть, рябой где-то еще будет. Эти такое ощущение, как будто они заговоренные какие-то. Не получается взять. Я даже вижу, что они там метров на 50 бегут по земле. Ноль. Так что не всегда бывает такая удачная охота. Тем более на камеру что-то еще попытаться снять. Вообще. Вот, более-менее побродил сегодня. Нахожусь недалеко уже от деревни, слышно, бураны жужжат. Фу, спотел, конечно, конкретно. Бродить уже очень тяжело стало в лесу. Снег довольно-таки и уплотнился, и мох, и все это дело. Фу. Ну, какая-никакая, но охота состоялась. Одного я все-таки взял. Все не пустой. Когда пустой, это вообще обидно вроде. Когда столько-то побродишь. Ладно, тут где-то недалеко. Так, вышел на прогулку. Когда полдня будешь бродить, еще ничего не добудешь. Итак, сегодня у нас один выстрел, один рябчик. Ну, все-таки хоть какая-то охота. Все. Желаю всем охотникам удачи на охоте. Спасибо всем за просмотр. В следующем видео, наверное, будет обзор моих лыж. Камусных, бескамусных. В общем, у меня двое лыж. Спасибо всем еще раз за просмотр. И все, до новых видео. Пока.